Сегодня примерно в 4 часа дня в доме номер 9 в Красном переулке произошел пожар. По предварительным данным, в одной из квартир на втором этаже замкнула проводка. Вспыхнул пожар, который охватил жилое помещение и крышу над ним. Хозяйку злополучной квартиры беда застала в тот момент, когда она возвращалась домой. Я пришла с улицы. И дым, слышу дым, и дверь не могла открыть. А когда открыла, этот дым на меня, и все, я вообще ничего не поняла. Вы вызвали пожар? Ну, я на первом этаже уже крикнула. А у вас были какие-то проблемы с счетчиком? Да нет, я уже лет 15 здесь живу, больше не было проблем. К моменту приезда нашей съемочной группы пожар уже ликвидировали. Спасатели устраняли задымление на крыше и спешно перекрывали подачу газа в дом. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Теперь хозяйка квартиры подсчитывает ущерб от огня, а специалисты устанавливают точную причину возгорания.